Доброе лохматое утро. Так, сейчас выпью таблеточку. Пью каждое утро элтирокс. Ну, эльтироксин можно назвать. Аутоиммунная щитовидка у меня. И вы знаете, сегодня такое утро, а, наверное, сказать даже и ночь. Я думала, что у нас все окна повыдирало. Сейчас, конечно, закрыто окно, но я думала, что всю ночь они были открыты, потому что был ужаснейший ветер. Ужаснейший ветер. Ну, я думаю, вам видно, как метет. Все громыхало. Крыша подшивы, тарелка вот эта, все это вот так вот ходуном-ходуном. Сейчас чуть подстихло. У нас немножко метет, заметает, но как бы ветер-то это еще полбеды, наверное, 50%. Остальные 50% это то, что у нас отключили отопление ночью. И дома просто холодрыга. При том, что был ураганный ветер. В Тюмени мы, кстати, застали тоже ураган Лидию. Это было нечто. Это было что-то вообще с чем-то. Мы думали, у нас просто там балкон улетит, машина куда-то ветром унесет, укатит, что-нибудь упадет. Но в Тюмени, вон, видите, как мотыляет. В Тюмени, на самом деле, этот ураган натворил много бед, много дел. Попадали деревья, попадали рекламные щиты, посрывало крыши из домов. Вот такое вот ветрище. Поплотнее закрою. Вот, так что это кажется, знаете, на картинке, что все так хорошо, все так красиво. А по факту, когда ты даже дверь не можешь из подъезда открыть, просто этим ветром не дает открыть, в лифте такой сквознячина, это кажется, колоссально что-то было, конечно. Ну и в итоге мы сейчас без отопления. Я вчера делала отбивные, в общем, сейчас разбирала стирку, ну как стирку, стирка постиралась, и... В сушилке сушилось белье, там же джинсы сушу. Сейчас как-то получилось так, что некоторые джинсы на меня стали велики. Не рекомендую, но это я так делаю. Но есть такой вот лайфхак. Постирать их в такой температуре, там 60-80 градусов, и в сушилке посушить. И тогда они усядут немного, но это только хлопковые джинсы. Вот. В этих целях, для уменьшения на 2-3 размера, я вот сушила в сушилке. Слушайте, как будто бы выглажено. И носочки там же вот. Видите, они достаешь, как проглаженное белье. Была сушка и включала режим глажки. Так, и вот у меня есть футболочка. Не знаю, видно вам, не видно. Вот пятнышко, вот. Это моя рабочая футболка из цеха. Когда готовишь, естественно, что-то летит, что-то это. И вот такие два пятнышка, которые не отстирались. Что я делаю? На этот случай у меня есть антижир. Чаще всего я пользуюсь азолитом, но на данный момент у меня азолит сейчас есть только в цеху. Дома нету, лень идти спускаться, есть вот такой антижир. Что мы делаем? Брызгаем на эти пятна. Не дышим, сворачиваем. Ой. И убираем. Так у меня полежит пару часов, потом идет в стирку. Здесь тщательно все вытираем. Люблю я эту столешницу. Она у нас все-таки какая-то, не знаю, из какого-то такого материала сделана. Она была у меня желтоватая. Но как-то я что-то делала. И попала белизна. И получилось 5 там где-то белых точечек, белизна выила. Тогда я взяла губку, на губку белизну нанесла. И вот такими движениями прошлась по всей столешнице. Я ее заказывала отдельно. Она у нас широкая, 4 сантиметра. В общем, такая, знаете, капитальная. Ну вот она то ли дерево. Нет, это все-таки приклеено под дерево. Пластик какой-то, наверное. Но с 2011 года эта столешница живет, и сносу, слава богу, ей нету. Так, все, убираю по местам. Это продолжение этой столешницы. Хотелось, конечно, цельную, но когда вот такая приставная плита, цельной столешницы никак не получится. И я для себя поняла, что мне нужно... Тут 60 сантиметров, мне столешница нужна 70.
И когда буду уже закладывать, даст бог, если все получится и будет стройка, то заложу себе столешницу 70 сантиметров, то есть еще добавлю. Удобно раскатать тесто, потому что, ну, мне мало, 60 мне мало. Ну и будет встраиваемая, конечно, варочная панель, электрическая и газовая будет. И так, и так. Хочу две. Потому что удобно на ночь поставить холодец, шаить на электрической плите и не подрываться к газу. А на газу классно жарить блины и картошечку. Ну что, начинаем наш день? А, подождите. Самое-самое важное – это достать маслице. Ой, как приятно, когда холодильник забит. Правда, всякой фигней, наверное. Но ничего. Юль, спасибо тебе большое за угощение. С чаем. Вот, лежат. Мы, конечно, не очень любители сладкого, поэтому оно у нас как-то медленно идет. Но все здесь лежит. Мы выбрались в город. Вернее, сейчас выбираемся. Походу, новогодний подарок детям мы подарим сейчас. Потому что Саша звонила. Вся в расстройствах. Расстройство какого характера? Кстати, да, я в этой новой куртке, которую купила в Тюмени перед тем, как мы поехали Вике показывать нашу землю. И не оторвала этикетку. Ну, просто померила, купили, в пакет нам ее положили, и все. А когда на землю приехали... Не, не пойду. Когда приехали уже на участке смотреть, на улице-то ветер, холодина, я ветровку сняла и теплую куртку надела, чтобы можно было выйти на улицу, чтобы не сдуло и было тепло. Вот. Так что ничего такого страшного в том, что этикетка висела на куртке, я не вижу. В объемной зимней куртке в машине ехать жарко. Поэтому я езжу в ветровке. Но вторая куртка теплая у меня с собой. Зима, зима. Снег, снег. Едем. Доброе утро. Начинаем свой день с завтрака. Я хочу сейчас приготовить яйца. Я их называю растекшие. По-моему, это всмятку по-русски говоря. Но вот с детства у меня такой какой-то бзик. Может быть, неправильный. Но ничего в этом такого ужасного, зазорного не вижу. Я их называю растекшими. И для этого у меня есть специальное приспособление. Те, кто давно на канале, уже знают, что я приобретала такую штучку. Так, давайте для начала положим яйца. Игорь не разделяет здесь моих интересов, поэтому я приготовлю 3 яйца. Ух ты, видали чего? Вот так. Ладно, надо выбросить. Нравится мне село зеленое. Я покупаю либо S0, либо S1. Ну вот, опять же, так мне нравится. И для того, чтобы приготовить яйца, долью немножко водички сюда еще, чтобы полностью покрывала. У нас была раньше куплена такая приспособа, но она вышла из строя. Она вышла из строя, мы несколько лет пользовались. Ну, по-моему, лет 5 вот такой вот штукой. Потом она перестала работать. Очень удобно, хочу я вам сказать. Здесь есть шкала деления, по которой я уже ориентируюсь и знаю, какую мне кондицию яиц в смятку растекших нужно. Так, опускаю сюда. Включаю плиту. И пусть готовится. Потихоньку начинает скипать, и сейчас начнет двигаться деление. Куда? Ну, относительно сейчас вправо. Потемнело? Ну, цвет поменяло? Пока нет. Начинает ползти, Игорь говорит. Слушайте, а я купила фламинго, знаете, вот хороший помидор. Он, ну, мало того, что аромат, там все остальное цвет, да. Вот у него вот это вот, где была плодоножка, должна быть минимальная. Ну, для покупных тепличных помидор. Я хочу сказать, отличная плодоножка. Процесс идет. Ух. Да, хорошо. Так, ну что, проверим? Ну, что у нас тут наварилось? Не надейся, что с первого раза получится. Я как-то сомневаюсь. Ну, они растекшие. Наверное, надо было до
Не дошло же до маленькой черты, да? Нет, нет, не дошло. Да, наверное, до маленькой. Доводить? Угу. Сейчас посмотрим. Так. Обязательно солька. Кажется, надо немножко до той черты доводить, хотя, ну, неплохо. Совсем неплохо. Доходит по второго времени, слушайте, и уже начинает темнеть на улице. Потихонечку. Снег идет. Слушай, нет там на крыше строители какие-то ковыряются, что-то. Что-то делают? Ну да, ходят в основном. У нас здесь перекрывают крышу, вон, видите, чик-чик-чик-чик. Считаю, работает. Холодно. Сегодня минус 8 градусов. Отопление нам дали уже после 10 вечера вчера. Ну, прям так нормально. У меня всегда, когда отопление дома есть, открыто примерно вот такая щель. Может, чуть больше, потому что, ну, все-таки у нас тепло. Симка, привет. Ты спишь? Спи. Мы поехали в город. Когда вы спрашиваете про цены на паштеты, вы хотя бы посмотрите на цены тех ингредиентов, составляющих, из которых мы готовим. Это сейчас со скидкой 20%. А так цена сливок гораздо выше. Так что... А посмотрите, сколько масло сливочное 82,5 стоит. Ездим по городу по работе, читаю комментарии. Кстати, да, вот я в этой новой куртке, которая не дает покоя некоторым подписчикам на канале Гусарик. Ребят, вот знаете, человек приезжает в другой город на работу. У него куча-куча поездок, куча работы, куча чего надо сделать, успеть. Вот. И получается, таким образом, ездили в несколько больших магазинов, в том числе и City Mall, и Кристалл, и Ахара, и отдельно. Это не реклама. Это не реклама. Я искала куртку. У меня есть теплая парка, вот зимняя, прям очень теплая. И есть ветровка, в которой вот одна, вторая я езжу, чтобы в машине было комфортно. Я не могу ездить в жаркой зимней куртке в машине. Мне жарко. У нас в машине 23 градуса. Как бы комфортно. Поэтому я езжу в машине в ветровке и хотела переходную, типа Диме сезонную куртку купить между ветровкой и теплой вот зимней паркой. Кучу магазинов объездили, мало чего подошло, я снимала влог об этом. И получается, утром мы заезжаем, я в фамилии нахожу куртку, мы ее покупаем, тут же заезжаем в другой магазин, смотрим с Игорем кресла компьютерные, потом заезжаем за Викой, забираем Вику. Аня в это время занимается там со строителями, они узнали о новой проблеме, которая произошла, ждали строители для того, чтобы ее решить. То есть никто не планировал, что это там возникнет, и кому-то одному пришлось остаться. Осталась Аня. Мы с Викой поехали. Поехали смотреть на Леванту первые наши два участка, и потом поехали уже в Новокаменской смотреть остальные два участка наши. Они сейчас один целый, но мы их распилим. А, потому что там вопросы тоже есть. Как это вы говорите про два участка, когда он один? Мы специально так брали землю, которую можно распилить, и одна уйдет под цех, другая пойдет под дом. Не суть. И вот, короче, на этой куртке мы когда выходили уже в Новокаменском, я вышла, надела ее, потому что там ветрище сильное, холодно. И, естественно, эту теплую надела куртку, вышли, поснимали, поговорили, холод. Сажусь в машину, вижу, это этикетка. Ну, сняла и все. Сейчас комментарии читаю, капец. Вы вообще адекватные люди или как? В стране, в мире проходят, происходят такие вещи, а вам какая-то этикетка на какой-то куртке, у какой-то Вики покоя не дает. Вы раздули такой там вообще ажиотаж, скандал. Сейчас комментарии, вот буквально. Но Вика, когда снимала Вику, она же видела этикетку. Почему она нам про это не рассказала? Почему она все не объяснила в видео? Слушайте. Вы что, из мухи слона-то раздули? Какая-то этикетка не дала покоя нескольким десяткам человек. Такое ощущение, знаете, вот я понимаю, если бы я с голой жопой стояла, орган есть, а слова нет, так не бывает. Орган есть и слово есть, называется это жопа.
то, на чем мы сидим. Попа. Другое бы дело, если бы я стояла с оголенной пятой точкой или еще там, я не знаю, с чем-то. Ну, какая-то просто висела этикетка. Почему она вам так такое взбудоражила и ажиотаж произвела? Что у вас не так с головой? Что вам больше заняться? У вас больше интересов нету? У вас больше в жизни вообще никаких событий нету? Что вы просто этикетку вот так вот обсуждаете уже какой битый день? Давайте я вам веник покажу, вот в руках, как-нибудь покручу. Для вас это тоже будет каким-то ошеломительным событием? И хочу заметить, это люди в возрасте, люди, которые, ну, наверное, в школе учились, наверное, высшее образование получили. И им больше не о чем говорить, как вот в какой-то этикетке. Мы уже реально, мы уже третий день ржем все в голос.